В Химках обсудили возможные темы акции движения «Сделаем вместе» в рамках конкурса «Эколидер-2019». Заповедники Московской области, здоровое питание и экотропы по Московской области. С такими проектами выступили школьники Подмосковья в рамках круглого стола. На встрече они представили Геннадию Онищенко свои работы. В ходе обсуждения был выбран самый сильный проект «Здоровое питание». Он и послужил основной темой для следующего конкурса. Автор работы Даниил Литвинов, ученик Салтыковской гимназии из Балашихи. Теперь его работа представит Московскую область в Артеке. Хорошее питание – это не значит, что нужно съесть много, а нужно употреблять физиологически необходимый объем пищи, чтобы это было сбалансировано и по белкам, жирам и углеводам, и по микроэлементам, и по витаминам, и по волокнам, и по всему тому, что нужно нам с вами, особенно для вашего возраста, когда вы растете. В этом году акция «Сделаем вместе» объединила рекордное количество участников – более 2000 ребят и 1249 школ Московской области.